Итак, Джату. Нам надо набрать отряд. Ага, и где-то здесь мы сейчас. Рафидбей, главнокомандующий. Вот мне это интересно. А, это кто следующий будет мне присылать? Наберите 8 воинов и быстренько приедьте, натренируйте. Сейчас я побью Джату. Туда я не поеду в Равенстен, потому что там, ну, в принципе, что, Принц Брюк этот, можно ехать. О, тут армия Джату, нет. Армия Джату, 775 человек, активных штыков. Я же говорю, ну как вот с такими армиями? Нужен этот самый. О, у меня 1 копейка прибыли. Нужно... О, мормон. 135 человек. Да, ну не беги, не беги. Не догонишь, не беги. О. Воины Черной Скалы. Так. Стрелок, беженец, крестьянин, новобранец, пилигрим, крестьянка, обученный ополченец, новобранец. Ну и что тут их? 44. Берсерка 2. Медвежьего когтя, налетчики, воины. Ну не знаю. Ну, слабовато они. Оставим их на закуску, если что. Сейчас опять не на какие-то джату. О, 37 джату. Все. Так, наемный воин, кавалеристка, шаман, расшаман, владелец. Да никого нету. Только наемный воин, кавалеристка и беженец. Да, 3 крестьянина, 3 крестьянки. Новобранец ополчения. 30 человек джату. Ну, наверное, вот этих джату сейчас и прижмем. Что там? Копья остры. Джату! Наши копья остры, лучше умереть. Ага, давайте, вперед. Уже интересно. Так, лучники. Раз. Не, конница. Сразу атаковать. Верхом. Лучники. Раз. Средоточиться. Пехота атаковать. Все, Джату. Джату. Спешится. Военачальник Джату. Прям это Джату как первая конная. Лучники, наступать. Наступать. Один студент попался. О, сейчас это случится. Сэр Алистер, сэр Рейн. Ну все, сколько их там осталось? 1. И 8. Вот все-таки дает результат. Все-таки дает результат это самое. А, как его называется? Мои действия эти. Налетчики, новобранец ополчения, улан Джату, боевой всадник Джату, поклонники еретиков, да-да-да. Так, ну, значит, наемный воин, кавалеристка, беженец, крестьянин, крестьянка. Ну, вот этих еще возьмем. Шаман, воин, налетчик. Все. А, у новобранец ополчения. Ну, так вот.
Готово. Управление инвентарем. Боевой конь Джату. Броня 42, скорость 41, нормальный конь. Не знаю, нужен он этот боевой конь. Наверное, какого-то продадим этого уйти. Отряд. Некоторые бойцы готовы к повышению. Это крестьянка стала дозорной, наемный воин, наемный мечник. Пендерский черный стрелок вниз. Шаман Млистый гор вверх. Воин и налетчик тоже. Все эти мглистые в самый верх. Угу. Такие ребята, с которыми мы не очень они заинтересованы, мы в них, нам все равно. Надо было бы дешаров этих отправить туда всех. Ну ладно уже. Угу. Тоже такие же дешары эти, как и эти налетчики все. Так, сохраняемся. Посмотрим на вещи, что там у нас этот 41 скорость, маневренность здесь 42, 37, 135, здесь 165 жизни, броня 42. Ну я возьму вот этого, наверное, себе коня Джату этого. Пока возьму. Ух ты, вот это ребятки. Наемный воин, кавалериста. Все. Так куда ты все уже, ты не убежал. Стой, я все равно тебя так и так вычислю. Сейчас мы этих всех дервишей. Рыцарь вверх. Так. Дешар благородный кавалерист. Ну давай, дошел благородный кавалерист. Повыше валькирии-то где-то. Ага. И мечники, стражницы, пендерские, черные стрелки. Ну не знаю кого, ну, короче, кого-то выкину. Наверное, дышал. Все. Ага. Готовьтесь, конечно, обязательно. Что ж, жить будете. Так, конница, атаковать, лучники, рассредоточиться, наступать, пехота, атаковать, все. Спешиваемся. Лучники, наверное. За мной. Не, следовать. Следовать. Угу. Это воины Мглистых гор. Вот здесь лучники Мглистых гор. А, лучники держать позицию. Меч. Да, круто. Это было круто вообще. А ну-ка, сейчас мы еще какой-нибудь. Не, ну это не. Грудью хотел остановить кулак. А ну-ка, стой, 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 стой. Ну куда ты, стой?
Что оно кричит там, я не знаю. Лайф. Это лайф. Грёбаная жизнь. Да посмотри, крутит, вертит этот джаз. О, вот этот. Лучники застрелили. Да. Да. Ранено пятеро. Ну что, начнем. Наемный скаут, наемный всадник. Да, дервиши, мечники. Отпустить. Пустынные лучники отпустить. Дервиши отпустить. Лесной бандит отпустить. Ну пока что так. Так. Новобранец ополчения я возьму. Ну тут одних воинов и кавалериста, крестьянин можно взять. Тут Хускарл. Бронированный секирщик. Рейнджер. Рейнджера беру. Рейнджер. Смотрителя возьму. Варийские всадники. Возьму двоих. Варийских всадников. Ну, я не знаю. Ну, тут одной конницы можно, наверное, набрать. На весь отряд. Угу. Рейнджер-смотритель. Пендерский тяжелый. Барклайский тяжелый пехотинец. Отпускаю. Горец Равенстерна. Отпускаю. Миттенхайц. Нет, шко. А, Дешар, благородный рейдер. Так, кто у нас там есть? Угу. Бандит, налетчик, весь. Бронированный Хускарлы. Хорошо. Бронированный секирчик. Берем. Рейнстерский гвардеец. Горец, Барклай. А, нет. Наемный воин. Кавалеристка. 14 человек. Берем. Шун, а, у нас там же еще есть налетчики Млистых гор. Угу. Воин Млистых гор. Угу. Шаман, Манус, воин Кобры, воин Дешар, Дервиш Рейдер. Ну, кто его знает. Вековийский, сингалийский всадник, поклонник, валькирия, пендерский бронированный. Всего 6 человек осталось. Сидит он. Наемный всадник, наемный кавалерийский, вековийский конь. Искательница скайп. Ну вот этих точно мы не отдаем, вот этих вот. Так, значит, наемных воинов берем и все. Еще 36 человек осталось. Наемный мечник, это будет наемный скаут. Наемный воин. Да, было бы где их хранить. Наемных воинов 36 человек. Ну это эти дервиши уже, я уже молчу про них. Воры, вор Красного Братства. А Сальон, Фицвейн, вот это вот Ренстерн, это вообще. Ну ладно, управление инвентарем. 31 сапоги. Полный короткий лук. Было бы где их хранить. Наемный воин, наемный мечник, пендерский ополченец, новобранец ниже, низ, крестьянин низ. Ага, новобранец ополчения низ. Ларийский всадник, ну это в самый верх, потому что это уже конечный продукт, будем говорить. Лучников остается меньше и меньше. Уже 6 пендерских лучников. Рейнджер. Выше. Ну вот. Ну, смотритель будет лучником. Тут бронированные секирщики. Пендерский черный стрелок вниз.
тяжелые всадники, тяжелый лучник один, легких вообще не осталось. Лучники, прям я не знаю, как нынешние деньги, ничего не стоят. Ладно, все, поехали опять назад. Сейчас заедем в Марлеон, попробуем продать этих 13 человек. Денег 98 тысяч. Фермер приветствует вас и сообщает вам новость, что племена Мглистый Гор объединились под эгидой какого-то там могущественного воина, что-то такое. Могущественный воин, короче, объединил племена Мглистый Гор. Угу. Так, посетить таверну. Дневный мечник, корм из Брея. Поделиться. Спасибо, прощайте. Трудовую площадь. Назад уйти. Солю. Так, посмотрим, кто-то там повысился. Пендерский бронированный. 12 наемных мечников, дозорная стражница, наемный мечник, наемный скаут, никовийский конник. Пендерский легкий лучик, крестьянин,